Одна родина, один язык. В Восточно-Казахстанской области для молодежи других национальностей государственный язык как второй родной. Они это доказали, съехавшись в город Шаманайху на областной форум. Больше 100 делегатов со всех уголков Восточного Казахстана еще раз убедили, что в изучении государственного языка нет предела совершенству. Для Кристины Семеновой казахский язык как второй родной. Сейчас девушка учится на 4-м курсе медицинского университета в Семее. Мечтает вернуться дипломированным хирургом в Курчумский район, где родилась и выросла. Владение государственным языком очень помогает ей в общении с пациентами. Ведь это родной язык наш. И обучаясь на нем, и пользуясь им ежедневно, мы должны его дальше развивать. Мы должны показать другим странам, что каждый гражданин нашей республики знает свой родной язык. Мы не забыли свои корни, мы не забыли свою историю. Для сотни делегатов форума, таких как Кристина, подобные мероприятия позволяют увидеть перспективы развития языка и дают возможность обсудить вопрос его совершенствования. По области у нас очень много молодых людей, которые владеют, прекрасно владеют государственным языком. И на этот форум со всех городов, районов приехали более 100 лучших молодых людей, собрать молодежь, чтобы они поближе познакомились, обмен мнениями. Это уже 5-й по счету форум молодежи представителей другой национальности, владеющих государственным языком. С каждым годом желающих поучаствовать в этой диалоговой площадке становится все больше. Молодые люди уверены, казахский язык – это основа национального и духовного единства. Оксана Привиденная, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область.